Доброго дня! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». І сьогодні у нас в студії чарівна гостя, мисткиня, поет Ольга Сквірська. Доброго дня, Ольго! Я рада вітати в нашій студії. Добрий день! Днями відбулась презентація книги Ольги «Три жовтих сна». І сьогодні природні ми поговоримо здебільшого і про цю книгу, і про саму презентацію. Але до нашої розмови ми повернемось за декілька хвилин. Зараз я пропоную вам, шановні глядачі, переглянути відеоматеріал, сюжет про те, як же відбувалась презентація книги. У залі морок. Лампи освічують лише фігуру письменниці. Ольга Сквірська під музику читає авторські тексти. Атмосферними були і відеоматеріали, які супроводжували захід. Ми скатуємося з моста і біжимо по широкій алеї парка. По обі сторони горько-душисті зарослі. Хохоча, врізаємося в них, толкаємося, привалюємося к дереву, цілуємося. Презентація ліричної збірки відбулася у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. До нової книги Ольги увійшли тексти, написані протягом останніх 5 років. З моменту виходу першої збірки віршів «Василькової буси». Тематика в основному – це любов, любові, любовна лірика, дуже багато про місто. Ці дві теми плотно переплітаються в книге. И вот прозаические зарисовки, там вообще очень много города. У новій збірці читачі познайомляться не тільки з поезією, а й з прозою. Підготувати презентацію книги допомагали миколаївські музиканти, художники та відеооператори. Композиція, яка написана сьогодні, це моє авторське произведення, автор цієї музики я. Ну, моя музика созвучна зі стихами Ольги, ми це давно вже заметили, ще коли познайомились. И решили сделать совместный вечер. Мне очень нравится, что Ольга двинулась вперед. Ну, она изменилась по сравнению с Васильковыми бусами. Но что-то осталось по-настоящему ее цельное, корневое, искреннее, вот базовое. И вот эти два процесса меня очень обрадовали. Ольга Сквірська продовжує створювати поезію і прозу, тож це не остання книга письменниці. Отже, Олю, я думаю, що ми сьогодні матимемо змогу пригадати і Василькові буси, і про них трохи поговорити, але зараз декілька слів про презентацію. Ми побачили у відео, що формат досить незвичний, тут і відео, тут і музичний супровід. Да, дело в том, что я придаю презентации книжки большое значение, ну, под этим словом «презентация». Я имею в виду не только знакомство читателя с книгой в обычном формате, вопрос-ответ или рассказ о том, как, где издавалась книга, какие разделы и так далее. Для меня презентация книги, в особенности презентация поэзии, это мини-спектакль. Это тоже условное слово. Я не знаю, как это назвать, но я посчитала, что как можно презентовать поэзию, как о ней рассказать. Читать стихи, но сделать это как-нибудь интересно, в какой-нибудь особой обстановке. И вот, к счастью, я полтора года назад познакомилась с музыкантом Сергеем Бутенко. Он студент нашего университета культуры, пишет свою музыку. И когда я его послушала, поняла, что мои тексты с его музыкой очень созвучны. И мы в конце 2014 года сделали первый совместный вечер в библиотеке Кропивницкого, который тоже так и назывался «Три желтых сна». Собственно, название придумалось тогда, к этому вечеру. И так оно и осталось для книги. Оно мне показалось очень удачным. И вот мы уже неоднократно с ним вместе выступали. И первую презентацию книжки, вот она, кстати говоря, я ее вот так покажу. Первую презентацию мы провели в декабре прошлого года, ну то есть, собственно, два месяца назад, в шахматном клубе.
И тоже получилась такая программа, небольшая, 20 минут, но очень насыщенная и интересно подана. Я очень забочусь об атмосфере, потому что поэзия – это атмосфера. Это, да, это не лише слова, це цілий настрій. Это целый мир. И хочется, чтобы зрители погрузились в этот мир, в это настроение, в эту атмосферу. Поэтому, да, надо над этим поработать. И вот музыка Сережи. Дальше это использование видео. Сценарий был выстроен так, что чтение, музыка перемежались с видеороликами. У меня их есть несколько. Один из отрывков, который я использовала, это из видео «Восьмая луна», которое в 2013 году создал Евгений Цымбалюк. А остальные отрывки созданы моим другом, журналистом николаевским, поэтом, фотографом Артемом Куцалапским. И вот я взяла эти видео, и первое это был буктрейлер. Артем сделал буктрейлер, это ролик, рекламный ролик о книжке, ну, назовем это так. Вот, получилось очень удачно, как я считаю. И вот это соединение видео, музыки и текста, плюс еще освещение, мы использовали приглушенный свет, осветительные приборы. Вот это все и создало ту атмосферу, то настроение, которое так понравилось зрителям, потому что, ну, уже было много откликов. Конечно, для того, чтобы сделать такую презентацию, даже короткую, маленькую, нужна помощь людей. Одному не справиться, это большая работа, и помогали люди, например, вот эту ретро-лампу, фотолампу с шарфиком, которая была вот в сюжете, одолжил николаевский журналист, художник Александр Сайковский. Очень сильно помог мне с технической стороной Ролан Байразян. Он полностью был ответственен за то, чтобы вся техническая сторона, все видео, музыка запускались вовремя. В общем, без его помощи я бы вообще не справилась. То есть... это и симбиоз разных направлений, разных видов мастерства, и симбиоз многих творческих людей. Да, да, однозначно. Я считаю, что мне ужасно повезло, что у меня есть такие друзья, которые могут помочь, и вот можно сделать что-то хорошее, интересное, действительно. Я думаю, что такая презентация стала справжнім подарунком для миколаївців та гостей міста, які, можливо, теж завітали на неї. Але хотілося б, щоб і зараз наші глядачі, які не змогли з якихось причин завітати на презентацію, почули все ж таки ту поезію, яка лунала на заході, і познайомились теж з цією книгою. Ну, я, пожалуй, для начала прочту стихотворення, которое на самой презентації я не читала, но оно открывает книгу. Называется оно «Ночь». Льдинкой тает воздух на языке, в небе, как Венера в мехах, дрожит луна. Ночь не ходит запросто, налегке, с ней сводящих с ума подарков полна сума. Мне сегодня яблоко горше тьмы, платье цвета вороного крыла, вот и собрано к встрече своей зимы. Я не столько буду, сколько уже была. Беглый взгляд, звезды, река, камыш, все это так недавно было моим. Счастье срывалось с губ, а несчастье с крыш. Весен всходило в четверо больше, чем зим. В землю ушло, на поверхности трещин треск. Windows выходят на север и смотрят в сад. Дымом горчит, это детство горит в костре. Пепельним снігом давляться небеса. Дякую, Ольго. Дуже проникливі слова. І тепер я розумію, що дійсно це і цілий світ, і дійсно потребує особливої атмосфери твоя поезія. Але ми могли переконатися, і це було видно і у відеоматеріалі, і якщо взяти до рук книгу, ми можемо це побачити, що тут зібрані не лише поетичні рядки, а і проза. Да, собственно, отличием этой второй книги от первой Васильковой «Бусы» стало то, что появился раздел прозы. Я назвала его эссе. Честно говоря, не знала, как его точно назвать, как обозначить жанр этих текстов.
выбрала эссе. Это короткие прозаические зарисовки, бессюжетные, скорее просто описание настроения. И пути к сведомости. Да, наверное, поток сознания, да, можно так сказать. Очень много написано по следам прогулок по городу. Я очень люблю город, люблю гулять по городу. У меня есть свои маршруты, любимые улицы, которые всегда для меня интересны и чем-то новы. Вот. И вот это все попало в раздел прозы, который называется «Кулек семечек». Кстати говоря, нельзя не сказать о том, что в книге есть иллюстрации. Мне повезло и с первой книжкой, и со второй в том, что и первую, и вторую книгу проиллюстрировали замечательные николаевские художники. Первую книгу «Васильковые бусы» иллюстрировала николаевская художница Татьяна Кручинина. А проиллюстрировать вторую книгу я предложила известному, любимому николаевцами художнику Рустаму Мирзоеву. Он согласился, чему я несказанно рада, и иллюстрации получились очень созвучные с текстами. Вот, к примеру, зараз покажемо нашим глядачам хоча б одну з названих ілюстрацій. Вот эта иллюстрация к разделу «Кулек семечек», как раз раздел прозы. Рустам давно мне интересен, я впервые увидела его выставку, это был, наверное, 2004 или 2005 год, это была его первая персональная выставка в галерее на Спасской, 45, называлась она «Дети детей». Он работал там со старыми фотографиями, и меня она так зацепила, что я написала стихотворение по следам этой выставки, и оно даже вошло в первый сборник «Васильковые бусы». Так назвала старые фотографии. И вот с тех пор я бывала на его выставках, видела его работы, в том числе и в начале лета прошлого у него была, он закрывал сезон в галерее на Спасской 45, и там были работы, посвященные Николаеву. И я когда их увидела, я поняла, что я предложу Рустаму проиллюстрировать книгу. Он согласился, и вот сделал очень быстро, кстати говоря, и очень точно эти иллюстрации, передал настроение текстов. Я безумно рада, что удалось с ним посотрудничать. И оскільки вже про прозу заговорили, Олю, хотілося про прозу почути. Да, я прочту отрывок. Я думаю, що це така інтрига для наших глядачів зараз. Проза у поетичній збірці, але я думаю, що почувши її, все стане зрозуміло. Да, это отрывок из последнего текста в этой книжке, который так называется «Кулек семечек». Если представить город кульком из газетной страницы, в каких раньше продавали семечки, перевернутым острием вверх, то так и тянет сгрести его в жменю, сминая трубы котельных, телевышку и антенны мобильной связи, и потрясти, что высыплется из него. Бродячие псы, киоски из вагонки с мандаринами и черносливом, детские ведерки и лопатки, старушки с одиночеством в виде оловянных крестиков на груди, известняковая труха и трамваи. Еще рассеянные взгляды сквозь жалюзи цвета закатного поцелуя, алые ленты любовных историй, пепел, выкуренные под Элвиса сигареты. И все это засыплет тоннами коричневых тополиных листьев. Надзвичайно. Олю, а от особисто для автора цих рядків, от для Ольги Сквірської, Миколаїв, це що? Дійсно, це в першу чергу більш такі сумні асоціації, чи все ж таки не лише смуток, не лише самотність? Николаев, любовь моя, я би так сказала. Ну і як, наверное, в любой любви, здесь є і радость, і боль. С одной стороны, я очень его люблю, и куда бы я ни уезжала, как только я вот вижу табличку «Миколаев» и пересекаю на автобусе или на поезде, или еще как-то этот рубеж, я могу облегченно вздохнуть. Я дома. Я всегда этому очень рада. Но, конечно, досадно из-за какие-то там неуклюжесть в архитектурном оформлении, вот эти
всі на вас кіоски, про які ми почули. Кіоски, да, так сказати, мали архітектурні форми, і то, як уродують фасади старінних домів, буває просто такі красиві известнякові фасади, тут він вдруг где-то там лимонного цвета в уголке или розового. Вот. Ну, там дороги і прочее, какие-то места, где уже откровенное запустение, заброшенность. Но, несмотря на все это, но все это не властно над любовью к городу. Действительно, для меня это счастье, когда есть время выйти просто вот свободных там 2 часа и пройтись по любимым улицам. Это просто для меня подарок. Я всегда пользуюсь моментом. И тут не можу не спитати, яка улюблена пора року для прогулянок? Ну, когда тепло, конечно, все, кроме зимы, хотя то, что вот вошло сюда в кулек семечек, в этот раздел, написано в основном, как ни странно, в ноябре-декабре 2013 года. Вот так, такие, певно, спогады про теплые дни прогулянок відобразилися. Может быть, но я скажу так, что почему вот и три желтых сна, собственно, это были прогулки, я люблю вообще прогулки и днем, и вечером по городу. Но много было прогулок в то время по вечернему городу. Ну а что такое вечерний город? Это окна. Желтые окна, которые всегда манят, всегда таят какую-то загадку. И фонари, конечно, тоже. И вот поэтому и три желтых сна. Якщо говорити про, власне, презентацію, з якої ми починали, ми почули слова одного з колег, Аркадія Сорова, про те, що відрізняється поезія, змінився і зріс рівень як поета. Якщо повернутися до Василькових бус, це все ж таки було відкриття. Це було відкриття і для Миколаєва Мистецького, і для журналістів багатьох стало відкриттям, що наша колега стала поетом. От, якщо повернутися до перших презентацій першої книги, що могла б сказати? Могу сказати, що стихи в першу книгу писались не за якийсь короткий проміжуток спеціально для книги. Вони просто вот так. Когда возникла идея в 2010 году сделать книгу, издать, и в нее были собраны стихи, написанные за много лет, может, лет 10 перед тем, как книга вышла. Тогда редактор у меня был в книжке, Михаил Каскалицкий, и под его чутким руководством, так сказать, отбирались эти тексты. И они очень разные. Там и такая есть, ну, назовем ее, легкая лирика, кружевная, как вот были такие отзывы. И есть и философская лирика, тоже много и мрачных текстов, за которые часто, ну, как сказать, часто об этом слышу. Люди говорят, почему такие грустные стихи. Ну, але, власне, і в «Трьох жовтих снах» теж ми можемо почути нотки смутку, нотки гіркоти якісь. Звісно, для мене вторая книга більш печальна, ніж перша, намного. Хоча, опять же, все зависит тут от читателя, хто як восприйме, так оно і є на самом деле. Вот. А що касається Аркадія Сурова, да, я очень рада, що він вот висказався в сюжеті. А вообще на Василькових бусах он мне написал маленькую рецензию. На форзаце книжки есть его слова, где он назвал лирику Василькових бус акварельной. Вот. Сейчас, возможно, более не такая уже акварельная лирика. Но я рада, что вот и коллеги так отзываются, что стихи другие, но есть свой почерк. Я этому рада, хотя все это, конечно, не очень в моей власти, не зависит от меня вдохновение, такая штука непредсказуемая, необъяснимая. Вот. А что касается Васильковой бусы, тоже я презентовала. Ну, конечно, атмосфера была другой. Я тогда еще не знала, как-то не пробовала, как можно сделать. Но тоже тогда презентация была интересной. Я довольна вообще. Вот загадывать наперед бы я не стала, как вот в сюжете говорилось о третьей книге. Это никогда нельзя сказать. Ну, там, как Бог на душу положить. Ольга, я знаю, що ці книги виходили в різних видавництвах, тобто можна поговорити ще про організаційні моменти.
Да, конечно, лично для меня подготовить материалы уже для того, чтобы подать в издательство, это такая работа напряженная, требующая дисциплины, а она всегда хромает. Вот. Як у багатьох творчих людей, скажем відверто. Да, да, правда. Первую книгу я издавала в издательстве Ирины Гудым. Осталась очень довольна этим сотрудничеством. Вторую книгу я издавала в издательстве «Илеон». Я тоже довольна сотрудничеством. Правда, я поставила издательство в такие сжатые сроки. Мне вдруг захотелось до конца года прошлого книжку не только издать, но и презентовать. Вот, а подала ее поздновато. Но, тем не менее, они очень постарались, и книжка получилась именно такой, как я и хотела, как я и представляла. Вот, хотя работа – это уже более техническая подготовка материалов к публикации. Не такая творческая, но в то же время интересно компоновать, интересно разбивать по разделам, думать, как лучше сделать. Никогда не знаешь, как лучше. Вот как получилось, и там уже все дальше судит читатель. Ми говорили про те, що «Три жовтих сна» там багато любовної лірики, але, власне, з того, що сьогодні пролунало в студії, власне, любовної лірики і не було досі, а хотілося б, можливо, її теж почути, я би з таким проханням звернулася. Да, я скажу два слова, що дійсно, ще одна отличительна черта цієї книжки від першої. Это не только наличие прозы, но и что 90% текстов – это любовная лирика. Собственно, второй раздел «Увозящий лето» – это полностью любовная лирика. И есть даже эротический цикл из 4 маленьких текстов, который называется «Бутылочка сандалового масла». Ну, все в рамках, естественно, но тем не менее, это эротическая лирика. А прочту я текст, который написала к финалу литературного фестиваля «Ватерлиния», который проводился в 2013 году. Должна была состояться поездка в Ольвию, в дом Бахтовых, и все финалисты получили задание написать стихотворение с упоминанием древнегреческого философа Анахарсиса. Я ничего о нем не знала, немножко загуглила, но написала не столько об Анахарсисе, сколько о любви. Так и назвала «Альвийская. 12 строчек последнего вечера в Атерлинии». На тебе рубашка из тонкого белого льна. Такую лет 200 назад в праздник носил Иванка. А в году 500 до нашей эры, щурясь на бук сальтанки, в белоснежном льняном хитоне грустила Анахарсис на склоне дня. У меня на шее аромакулон, крошка-рыбка из белой глины. Твой подарок, плюс текст с описанием, плюс масло, зеленый чай. И когда мы не вместе, и сил больше нет по тебе скучать, приникаю к рыбешке, и будто целуешь меня упоительно длинно. Для меня что Евклид, что Софокл, просто мудрые дядьки из книжек. Ты, напротив, начитан, вопросом с подвохом тебя не смутишь. Но когда мы, обнявшись, стоим и вдыхаем альвийскую тишь, мы на равных близки этим землям и некуда ближе. И тут все. И любовь до чоловіка, і любов до рідного краю, і ароматична пам'ять, яка є у кожного з нас, і дійсно в кожного є свої ароматичні нотки, які повертають у приємні або навпаки неприємні спогади. Да. Я думаю, що читачеві дійсно близькі і зрозумілі ці слова. Дякую, Ольго. І ще маємо кілька хвилин. Ми так багато говорили про любов до рідного міста, і зараз почули і про любов до рідного краю. Не можу не згадати «Спаський трамвай», фестиваль, організатором якого є Ольга Сквірська. І не можу не спитати про те, чи варто нам чекати весняний трамвай, чи, можливо, є вже бажаючі долучитися, допомогти організувати цей захід. Да, спасибо, Настя, за такий вопрос. Дійсно, звісно, планується, дуже хочеться зробити весняний трамвай. І я думаю, що це буде, мабуть, в кінці мая.
еще думаю над тем, в какие именно числа, и хочется сделать что-то новое, что-то интересное. Есть задумки, и я хотела бы обратиться к гражданам, жителям города, кому интересна эта тема, к творческим людям. Пишите, звоните. Ну, собственно, легко связаться через социальные сети. Есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Давайте сотрудничать. Предлагайте что-то интересное. Возможно, найдутся люди, которые смогут поучаствовать финансово в этом интересном деле, потому что действительно дело интересное, хорошее, но без поддержки сделать его на высоком уровне не так-то просто. Я надеюсь, что удастся найти таких людей, которые помогут. Вот есть уже, да, действительно, кое-какие наметки, договоренности, я имею в виду творческого характера, имею в виду участников. Будемо сподіватися, що і спонсори з'являться найближчим часом. Да, надіюсь. Я дякую, Ольго, і за те, що завітала до нашої студії, прочитала свою і поезію, і прозу. І вітаю з вдалою, з яскравою презентацією. Бажаю якомога більше таких цікавих зустрічей з читачами, з друзями. І успіхів у творчості. Спасибо. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із поетом Ольгою Сквірською. Сподіваюся, ця зустріч стала вам цікавою і подарувала справжню насолоду. Прощаюся з вами до наступних програм на нашому телеканалі. На все добре.